Ну что, ребят, добро пожаловать на 14 этап Формулы-1 на Гран-при Италии. Собственно, начинаем с практики, где у нас было все идеально. Проходим квалификационный темп. Причем под его конец мне чуть ли не помешал Хас, которому пришлось обойти в параболике. Спокойно выполняем и выполняем, причем сразу же на первую позицию. Соответственно, я сразу понимаю то, что у нас будет хороший очень темп, и можно будет побороться за подиум в этот раз. Не как получилось СПА, когда у нас был темп, но побороться нельзя было из-за того, что у нас была очень плохая тактика, провальная. Ну, собственно, сам ее выбрал, поэтому сам виноват. Первый сегмент, спокойно выхожу с четвертой позиции, не особо сильно потел, потому что смысл потеть, если мы все равно пройдем, у нас очень хорошая скорость. К сожалению, про Сироткина такого нельзя сказать, он отлетает в первом же сегменте. Да. Хотя вот странно, все-таки болиды одинаковые, но при этом как-то, ну, не едет он пока, не едет. Ну и в третьем сегменте я решил уже показать полный круг. Все-таки очень хорошо он прошел у меня, причем очень хорошее время даже поставил. Потому что боты, причем как-то странно, доставили время во втором секторе. То есть у меня обычно шло время такое же, как у ботов, может быть там чуть-чуть быстрее. Но один бот, кто-то из лидеров, там Mercedes, Ferrari или Red Bull, ставил почему-то очень хорошее время, там на 4, 3 или 5 даже соток быстрее, чем я там проехал или другие боты. Что меня немножко удивляло даже. Вот. По поводу Сироткина, я не знаю, в чем проблема. Может быть, в игре есть просто, ну, какие-то скрытые характеристики каждого гонщика. То, что он там едет настолько-то быстро и тому подобное. То есть это как-то, по идее, должно влиять. Ну и вообще, в игру бы неплохо было внедрить такую систему, то, что гонщики, каждый начинал бы со своих там характеристик, насколько он там хорош. И с каждым сезоном он прям прокачивался и становился лучше и лучше. Была бы довольно интересная система в целом. Потому что можно было бы наблюдать, как твой напарник из полного днища, который едет там все время на 20-х позициях, при этом у вас блит не особо такой плохой, на там уже в хороших позициях на подиуме аж. Под конец третьего сегмента я догнал Хюлькенберга, слава богу, я его не сильно догнал, потому что пусть я получал грязный воздух от него, то есть никакого слепстрима я тоже от него не получал, но этот грязный воздух мне не сильно помешал. По итогу пол позишн у нас на стартовой решетке. Это очень и очень даже хорошо для нас. То есть прошло вот буквально, ну, чуть больше половины сезона. Мы уже начинаем ездить на полку. И это даже очень хорошо. Я даже, честно, не ожидал то, что мы будем сразу же врываться на подиум. Я думал, окей, до второго сезона мы будем страдать. Ну, под конец первого сезона мы будем уже на хороших позициях ездить, в хороших очках. И уже со второго сезона мы начнем очень хорошо ехать. В принципе, занимать там первые, вторые позиции. Но окей, что имеем, то имеем, это меня даже радует. Конечно, побороться за титул не удастся, потому что слишком уж большой разрыв. И если я только не буду выиграть все гонки, а вот Льюис, Феттель, Боттас, Райконен, и Ферстаппен и Рикьярд будут сходить на каждом этапе, там, хотя бы по 2-3 машины, чтобы сходило. Только так я, наверное, смогу выиграть чемпионский титул. И не более. Ну, что ж, переходим к стартовой решетке. На первом месте, собственно, у нас я, на втором Льюис Хэмилтон, на третьем Себастьян Феттель, на четвертом Даниэль Рикьярдо, пятый у нас Вальтери Боттас, шестой Нико Хюлькенберг, седьмой Кими Райкконен, восьмой Эстебан Окон, девятый Макс Ферстаппен и десятый Фернандо Алонсо. Такая у нас топ-десятка. Собственно, по поводу стратегии на гонку, у нас я буду стартовать с суперсофта, и мне предложат немножко не ту стратегию, которую бы я хотел даже увидеть. Потому что, когда я ехал в квалификацию, я, в принципе, думал, окей, если я возьму суперсофт, в принципе, я могу все равно доехать на одном пите на медиуме. Тут мне предлагают почему-то два софта. Я сразу же понимаю то, что это проигрышная будет тактика. У меня, даже если есть какой-то темп, то Монца, она не особо длинная, плюс количество кругов тут тоже не особо большое. Соответственно, я скорее проиграю много позиций, если пойду на второй пит. Поэтому я решаю просто дотянуть до своего пита и сыграть с красной. И старт был дан, я неплохо стартую, Льюис как-то очень плохо стартует, плюс он стартует, опять же, поворачивая вправо, вот, ботов есть такая проблема, то, что почему-то иногда они стартуют вправо. По итогу, первый шикань я подъезжаю, никто меня не пытается обойти, что довольно для меня хорошо, потому что без какой-либо борьбы я начинаю хоть как-то отрываться тут же. Вот, собственно, Льюис почему-то повернул вправо, хотя перед ним никто не стоит, ни с каких болидов. Вот странно, почему он так сделал. И за счет этого, и, опять же, мне никто не навязал борьбу в первой шикане. Как, в принципе, Льюису, но вот позади в основном все ехали бок о бок с кем-то. Также позади три или четыре болида столкнулись, просто вот такой паровозик, Хас и две Торо Россо, плюс еще вроде бы
один Залга. Я надеялся, что Сироткин будет прорваться сзади, что, в принципе, постепенно вроде бы и происходило. Также со временем Льюис меня начинал догонять, и, как можно заметить, он едет на софте. Соответственно, если бы я поехал на тактику двух пистов, скорее всего, я бы точно проиграл. Даже не скорее всего, а точно. Поэтому я решил, как сделать. Просто дотянуть на суперсофте как можно дольше до пита на медиум. То есть, соответственно, мне надо проехать минимум 9, а то и 10 кругов на этом комплекте. Изнашивается он, конечно, не сильно быстро, но и не особо медленно. В принципе, так, равномерно он изнашивался. Хэмилтон меня каждый же круг перед параболикой опережал. После параболики я его опережал напрямую за счет ДРС. И вот так вот мы менялись несколько кругов. Потом, через какой-то момент, уже догнал Льюиса Феттель. Феттель его тут же прошел в параболике, но все-таки дальше прямая, и Мерседес кое-как начинает уже равняться. Но тут Феттель блокирует колеса и тем самым еще блокирует Хэмилтона, что дает мне возможность отъехать от них больше, чем на секунду, и не давать ДРС уже второму пилоту. Что самое главное для меня было, что если я не даю никому ДРС, то и еду при этом еще хорошо, не совершая никаких ошибок. Я смогу спокойно сдерживать их, ну точнее не смог меня догнать особо. Льюис выигрывает борьбу у Феттеля все-таки во второй шикане, и к этому моменту уже подключается Рикьярдо в борьбе за третье место уже. Тут они равняются в Аскаре, и Рикьярдо чуть лучше выходит и спокойно проходит Феттеля. Потом Феттель проваливается опять же в темпе, его догоняет Боттас. И Боттас уже еще до параболики его обходит. Но опять же в параболике у Феттеля лучшая траектория во внутренней. Но на прямой Мерседес имеет больше мощности, плюс ДРС спокойно может его пытаться обойти. Но тут происходит то, что Боттас начинает под конец его опережать. И по итогу они в первую шикану входят бок о бок. Второй поворот уже левый в пользу Боттаса, из-за чего он вырывается вперед на несколько там метров. Но они продолжают дальше ехать бок о бок. Уже в половину круга примерно проехали. За это время Рикьярдо с Хэмилтоном начинают отрываться. Феттель начинает вырываться от Боттаса, но во второй шикане Феттель выходит уже чуть лучше. Поворот его был в сторону. Что-то он вырывается на четвертую позицию. На второй прямой сезон ДРС Боттас отвоевывает позицию, потом через круг Феттель отвоевывает себе, и так вот у них продолжалось. Плюс вот Боттас совершил здесь ошибку, заблокировал сначала оба передних кольца, потом все четыре. За счет этого у нас выезжает виртуальная машина безопасности. На этом же кругу я думаю, окей, надо сделать пит-стоп, потому что он у меня будет с небольшой скидкой на то, что все-таки нельзя ехать в полный газ сейчас. Перехожу на медиум, собираюсь на него, конечно же, проехать до конца, потому что, опять же, два пита, ну, никак тут, не вообще нельзя. Заезжаю, меня, соответственно, проходят Льюис, Рикьярдо и Феттель, причем они даже не заезжали, что интересно. Соответственно, тоже у них примерно такая же тактика будет. После выезда в меня въезжает Магнуссен. После того, как в меня въехал Магнуссен, в него еще въезжает Сироткин. То есть, ладно, он меня въехал, он мне ничего не сломал, себе он полностью все переднее текло снес. Но Сироткин, к сожалению, я не знаю, почему не тормозился, въехал в Магнуссен и по итогу сломал себе переднее крыло. При этом при выезде я был где-то на 7-8 месте. Соответственно, Сироткин где-то плюс-минус на 11-10. И, к сожалению, за это вот Сироткин, скорее всего, и не смог попасть в очки. Потом через время уже заезжают лидеры основные, ну и по итогу меня через какое-то время Льюис догоняет. В Аскаре был не особо хороший момент, то что я вылетел широко, потому что Льюис заблокировал все колеса. Я его опередил, опять же, вне трассы, и мне дали, соответственно, предупреждение, что, типа, я опередил не в трассу, надо вернуть позицию. Окей, вернул ему и решил просто в параболике также на позднем торможении въехать с блокировкой и отжать себе первую позицию. Ну, отжал, окей, и Льюис на второй зоне ДРС меня снова опережает. Собственно, вот так происходила борьба. Льюис меня опережает в середине круга на второй прямой с ДРС, я его опережаю на старт-финишной прямой с ДРС. Вот, вся борьба. В принципе, так... Везде шла борьба, где противник был ДРС. Но в основном борьба шла вот у нас, в лидирующих позициях. Что было, кстати, интересно, потому что смотреть гонку, где я просто наматываю круги в хот-лап режиме, когда меня никто не атакует, ну не особо интересно. Позади Льюис также заворачивалась борьба за третье место между Рикьярдо и Феттелем. Кстати, Рикьярдо перешел после суперсофта на софт. Что самое интересное. То есть он был на стратегии все равно в один пит, но на софте. Но при этом... Этот софт ему не давал вообще никаких преимуществ, и по итогу Феттель спокойно с ним боролся на равных. Также даже смог его опередить. Но и Феттель по итогу, после там какой-то определенной борьбы, совершает ошибку с Рикьярдо, и как Боттас совершил, причем
отваливается на 5-е место. К сожалению, он не сможет догнать никого уже из предыдущих. Поэтому Боттас уже подключается к борьбе с Рикьярдо. Причем Феттель с Рикьярдо вели довольно длительную борьбу. Я не стал вставлять все фрагменты, потому что видео довольно сильно затянутым получилось бы. И Боттас к этому моменту вот как раз к ним подъехал. Соответственно, Боттас воюет с Рикьярдо. Причем гонка складывается уже хорошо для Мерседеса тем, что они воюют за двойной подиум, а Феррари, наоборот, отвалились, и они находятся вне подиума. Боттас, конечно же, выигрывает борьбу между Рикьярдо и ним, потому что все-таки софт изнашивается быстрее, чем медиум, и, соответственно, к определенному моменту у Рикьярдо был изношенный довольно софт, и он не смог особо сильно бороться. На последнем кругу меня Льюис догнал довольно неплохо, потому что до этого у меня был отрыв в одну секунду, но, к сожалению, точнее, к счастью нашему, он не успевает меня догнать, и первая позиция, первая победа Вильямса с, не помню, какого года, с 15-го вроде бы, если не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться. За формулой я не особо хорошо следил последние годы. Собственно, победа наша, второй подиум для Вильямса у нас, опять же, потому что первый у нас был в Монако, когда у нас целая одна авария поменяла весь исход гонки. Собственно, советую посмотреть этот этап в Монако. Все у нас радуются в боксе, как тут не радоваться, все-таки первое место. К сожалению, наш напарник финишировал на последнем месте, у него случились ряд проблем. То есть, опять же, он въехал в Хас, что заставило его пойти на пит-стоп и менять антикрыло. Потом еще вроде что-то с ним произошло, не успел это отследить. И, опять же, провальный результат для Сироткина. Но надо отметить все-таки то, что до столкновения с Магнусоном он прорвался все-таки вперед. Поэтому, возможно, он финишировал бы в очках, и это были бы двойные очки для нашей команды. Пусть и не такие хорошие, как у меня, очки были бы у Сироткина, но это хоть какие-то очки. Вот. Ну и что ж, два Мерседеса у нас финишируют на втором-третьем месте. Это очень хорошо для конструкторского у нас чемпионата. Потому что они догоняют тем самым Феррари. Или даже укрепляют, я не помню, что у нас там происходит. Собственно, у нас два сошедших. Это Магнусон, которому добавили под зад. И также Ван Дорн сошел по проблеме с ДВС. И что у нас творится в чемпионате? Я уже догоняю сильно Ферстаппена за счет того, что я финишил на первом месте. Феррари у нас лидирует в Кубке конструкторов, но Мерседес подбирается и довольно неплохо так подбирается за счет того, что Феррари сейчас финишировали на 5-й и там вроде 6-й или 7-й позиции. По контактам у нас были контакты на первых 6 кругах, причем немало было контактов, но потом после этого не особо их было много. После гонки ловит нас Клэр, говорит, что просто офигенная гонка, спрашивает, вы сегодня заработали очки, это была легкая победа. В принципе, не сказать, что качество легкое было, но не особо жесткое. То есть, да, бороться приходилось с Мерседесом и довольно жестко бороться. Но, в принципе, я не чувствую такого, то, что нам приходилось прям, вах, потеть ради этой победы. Окей, опять же вопрос, там, у вас сегодня неудачный день, тому подобное. Отвечаю на вопросы по поводу Алонсо, то, что мы его сейчас выиграли с ним соперничество. И, соответственно, после этой гонки надо будет брать новое соперничество. И, скорее всего, соперников я возьму Кими Райкконена, потому что я с ним боролся два предыдущих этапа очень жестко, и поэтому почему бы его не взять? Мы можем с ним бороться на равных, и в теории мы можем выиграть спокойно соперничество. Пусть оно будет на равных, опять же, где-то буду я выигрывать, где-то может он, и тому подобное. Тут уж как ляжет монета. Ну и собираем наши ресурсы. Также постепенно выигрываю соперничество с Сироткиным, уже третье. И причем, я думаю, сейчас я довольно быстро его выиграю, потому что, ну, буду намного больше пунктов собирать, чем он. Репутация у нас уже по максимуму качана у всех, кроме Феррари. Ну и по поводу апгрейдов, я, в принципе, думал тут, что я буду качать, потому что качать я пока в аэродинамике ничего не могу, ибо у нас качает на следующей неделе только приедут два обновления, связанные с аэродинамикой прижимной силой, и через две недели только уменьшение лобового сопротивления. Поэтому я решил начать немножко вкачивать ветку шасси. Также я смотрю по ресурсам, что мне тут сколько нужно будет на следующем уже этапе. И, собственно, когда у нас приедут обновления два этих, мы уже выйдем на первое место по аэродинамике, что будет очень и очень хорошо. В шасси пока беру только один контроль качества, потому что надо будет еще вложить в износ, потому что, опять же, он будет крайне быстро изнашивается, и не только двигатель, он быстро изнашивается. А брать все время штрафы, ну, не очень. Плюс также я посчитал то, что мне надо будет взять как минимум на каком-то этапе штрафы. Причем чуть ли не с последней позиции стартовать мне придется, потому что я возьму кучу штрафов сразу. Ибо, ну, там много.
детали уже, которые подходят к 50%, и у меня нет уже дополнительных. Вот. На этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.